Ты молодец. Опять ручки спрятали. Наверху мама тебя засудила. Теперь лечить будет, как всегда. Сначала заморозить, потом лечить. Я что-то сначала не заморозить. Честное слово, ну давайте... Давайте. Нехорошо мне. Я не знаю, нехорошо. Не, ну мы же контролируем все. В любом случае никакого пожара, ничего. В случае чего я очень громко кричу, я всегда зову караул. Это принесет такую штучку. Какую штучку? Вот это. Ну блин. Егор, чем дальше, тем ты здоровее полено тащишь, знаешь? Какие дела просто, какие. И все, и все. Больше не будем. И вот ее одну будем. А? Жить подобить. Вот на самом деле было бы такое порубить было. Ну что, хорошо, костер горит. Мы нет, сидим. Обычно топор вон. Чем искать такое, знаешь, послание. Ну что? Это живое дерево растет. Дома скажу. Дома, да? Нет, это растет дерево, потом в землю уходит. Ну ясно, все. Для нее все будет завтра. Вечером. Блин, Егора снимать через жопу, да и круто получается, конечно. Можно внимательно смотреть, чтобы еще кульку не произошло. Спасибо. Че? Егора, твое место занял. А? Место твое занял. Красота, да? Красота? Ляпота. Ляпота, ну. Мальчик. Что-то Егор, наверное, далеко ушел. Записалось. А! Сейчас, подожди. Опять покаять пошел. Игорь, что же это такое? Игорь, а машине-то где? У тебя в машине. Нету. Картина Ленина печни. Я здесь. Да нет, у меня не щупай меня при Лене. Она будет ревновать. Да не мешай кадрам историческим. Приказ всем кустам. Ну что, давай, мы ловим. Давай. Степанов. Давай, кидай, я снимаю. Айда. Хорошо, я объявляю торжественное скидывание бревна, перенесенным на месяц август. Не, ты же силы не напрягаешь. Здоровый человек, я просто смотрю, как это ты делаешь, конечно. Он задето под стопы. Как бревно. С топорами стоит. Надо там хворик найти. Поехали. Топорик, он чудес дачки. Да, топорик, это совсем другой. Сейчас задача какая, что нет топориков, но это дело. Надо бутылку, кстати, с тобой забрать. Давай. Снимаешь, да? Угу. Интересно получается. Я думаю. Ты главное больше про бревно говорил. Повлекательно получается. Запить есть у меня? Вода горячая, а что там нет? Я не знаю, что у меня. Вода есть. Там горячая вода. Там, по-моему. Почему тебе только на тебя? Я, значит, предлагаю, давайте сейчас поехали в спортбол. Сейчас мы доедем, конечно, ничего. Возьмем там допивалки. И допьем эту водочку, потом я пить, а потом все выпьем. А больше нет ничего, ни помидоров, ничего, да? Огурцы-то есть? Ни помидоров, ничего нет. Огурцы есть. Огурцы же есть. Что, это вода? Да. А зачем? А, вон вода. Вода. Ну и? Выпивать. А где водка? Вон. Так наливай. Куда? А вот сейчас я должен будет. В пляшке пей. В пляшке. Что?
считает. Да нифига себе, смотрите, сдвинули же все. Вот тут так... ура, вот тут приятно, да? Блин, красиво. Сказали, что прямо, тетка это сказала, что прямо туда, 45 километров. Да? Да. А чуть левее 65. А вот туда, вот на эти, 65. Представляешь, да, 45 километров, да, видно, как классно. Да. Как будто это в 2-3 километрах. Да. Так, ну что? Ваше здоровье, вылетаем. Да. Степанов. Да, Вера. Просрали мы. Ваше здоровье. Досадно мне это. Ты все, у меня такое впечатление, что все это носит характер какой-то такой. Как задачки такие вот детские, сакральные. Понимаете? Детские такие вот. Нет, ты просто поверишь, Егор, ты какой-то сакральный акцию превратил, понимаешь? Не, ну правильно так. Да, она все превращает такой-то. Ну, некоторым вроде так оно и есть. Задачка-то не в том, чтобы там парализить, а... Задачка не в том, чтобы бревно там, понимаешь? Дело в том, что без топора это все дело сделать. Такого больше не будет. Эх, эх, как же вы на дне-то оставляете? Это ж вам не рюмка. Фух. На стол поставил, а я еще выпью. На, лепи, там еще есть. Не надо. Ну ты сильно пьешь. Нет, мы сдвинули. А? Уже приятно. Давайте. Ну да, странно, согласитесь. Гляньте на это все. Егор, ты свой изумительный шанс упустил. Я тебе говорил, давай по 200 грамм водочки, я тебе буду сдвигать что угодно. Ты отказал, понимаешь? Что-то будет. 200 грамм, ты там много, но у вас водочки не хватит. Ну, дело не в водке. Каждому по 200 грамм. Ты кончай снимать. Давайте. Я не